Овны. Проблемы, возникающие сегодня, решатся быстро. Возможно, небольшие денежные поступления, они будут очень кстати. Чем бы вы ни занимались, избегайте суеты и поспешных решений. Тельцы, ваши цели просты и понятны. Вы хотите уйти максимально далеко от своей обычной повседневности, и даже малейшие отклонения от плана кажутся вам совершенно неизведанной территорией. Близнецы, вы поддаетесь на провокации, быстро теряете душевное равновесие, если что-то идет не по-вашему. При этом день отлично подходит для самостоятельной работы. Вы способны в одиночку решить самые сложные задачи. Раки, старайтесь не волноваться, потому что поводов для переживаний день принесет предостаточно, а эмоции порой очень сильны. Если вам удастся сохранить хладнокровие, вы поймете, как нужно действовать и решите какую-то важную проблему. Львы, многое идет не так, как вы предполагали, а поступающая информация часто неверна. Очень важно реально оценивать ситуацию, а не витать в облаках. Старайтесь не фантазировать и держаться подальше от тех, кто предпочитает жить в вымышленном мире. Девы, сегодня в порыве творческой энергии у вас есть все шансы показать свои способности. Если вы будете строить планы на будущее, будьте уверены, этот день как нельзя лучше подходит для такого времяпровождения. Весы, работать сегодня лучше в одиночку. Как только у вас появятся союзники и помощники, возникают многочисленные споры и недоразумения. Не исключено, что у таких людей накопилось к вам много претензий. Скорпионы, сегодня вы окажетесь в странном положении. Перед вами будет стоять выбор из двух интересных и выгодных предложений. Вы прекрасно знаете, какое предложение выбрать, но боитесь ошибиться. Доверьте своей интуиции, она не подведет вас. Стрельцы, у вас много козырей в рукаве, если захотите отдохнуть от работы. Однако сегодня вам не удастся никого обмануть. Придется взять на себя ответственность за определенные дела. Не ленитесь и не бросайте начатое на полпути. Козероги, как бы ни развивались события, вы помните о своих важных целях и идете к ним. День будет плодотворным, особенно вероятны успехи там, где вы заботитесь не только о своих собственных интересах, но и о благополучии окружающих. Водолей, на горизонте вырисовываются важные решения, которые предстоит принять. Не пытайтесь что-то менять, следуйте плану и избавьтесь от ненужных эмоциональных потрясений. Рыбы, сегодня возникнут разногласия с друзьями, так как они предпочтут отдохнуть, а у вас более важные дела. Ваши текущие действия определяют вашу будущую карьеру. Демонстрация вашей продуктивности является залогом успеха в рабочих делах.